Кубок юных чемпионов для Сочи – это первая ласточка. Такое количество юных хоккеистов, представляющих сильнейшие команды страны, здесь еще не собиралось. Если все пройдет удачно, турнир станет ежегодным. Вообще встречи подобного уровня проводит лишь Федерация хоккея России. Поэтому для края это большой рывок вперед. Сочи не просто город какой-то, это столица Олимпиады. И тем более зимние Олимпиады, и все знают, что царица зимних Олимпиад – это хоккей. И мы думаем, что в Краснодарском крае он должен развиваться еще более большими темпами. И он и развивается, не без помощи, конечно, Министерства спорта Краснодарского края. Но вот помогаем, думаем, что детишки должны увидеть действительно всех хороших хоккеистов. Думаю, это толчок большой будет. На Кубани детский хоккей только начинает зарождаться, но уже демонстрирует достойные результаты. Некоторые команды готовы к выходу на общероссийскую арену. Одним из первых такая возможность предоставилась Северским Волкам. Юные хоккеисты из станицы Северская также участвуют в сочинском осеннем турнире. Первый же игровой день открыли Челябинский Трактор и Московское Созвездие. Первых считают лидерами турнира. Свой авторитет ребята подтвердили уже на первых минутах. Побеждать в сухую челябинцы продолжали вплоть до третьего периода. В итоге соперников Трактор обыграл со счетом 17-0. Ребята играют хорошо, надо главное сейчас забивать. Я забил на самом деле пока 2. Может быть и больше забью сейчас. Выиграть на турнирах – вот это наша цель и все. Победа важна и для тренера, но все же на таких турнирах важнее повышение уровня мастерства детей. Мы наигрываем свои сочетания, ищем новые звенья, кто с кем лучше. Все вот так вот. Ну, все так, других посмотреть, себя показать, как говорится. На нас тоже много приезжает посмотреть специально на Трактор. У нас вроде команда хорошая, погода, так что на нас много приезжает посмотреть. Бороться за главный хоккейный трофей, который изготовили специально для сочинского турнира, 12 российских команд будут до 20 октября. Но помимо спортивных наград, ребята планируют увезти из олимпийской столицы и массу приятных впечатлений. Экскурсия по курорту и, главное, ледовым дворцам – один из главных пунктов в программе юных хоккеистов. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.